Всем привет. Получается, у меня такая фигня. Осудили, приехал, по ранению, лечить не хотят. То бишь, сначала давали направление на операцию. Сначала все сделали. Долго в АВК проходил, получается, с декабря месяца того года. Проходил в АВК, давали направление на операцию. Потом забрали. Следак, парит мозги. Тем, что, чтобы ему годы пенсии осталось, и делает так. Я с ним созванивался, не один я, много кто по России созванивался. Он посылает нахрен. Мне дали 2,6. Ограничение, не ограничение свободы, а вольного поселения. За что? За ранение мне никто не заплатил, все документы мне позабирали. За ранение никто не заплатил. Прокурор даже сказал, который у него сидит, через кабинетно. Он сказал, иди пиши, на него вот так вот. И получается, я сходил, комендачи все написали. Меня забирали, меня в карцере держали вообще незаконно. Задним числом сача меня втащили. И это все делают всегда в честных Алексей. Меня ломаного, мне когда сломало, я поехал в госпиталь, 150 медбат, это Краснянка. Мне сделали рентгены, у меня сломана нога, сломано плечо. 3 сантиметра кости нет. У меня все это, снимки остались, МРТ делал за свой счет. По госпиталям катался. Но меня лечить никто не хочет. Это все, это делает следак. И он сделал так, что, мне срок втащили. Потому что здесь, в Петрозаводске у нас, по Карелии, все повязаны. Сейчас я подаю, на апелляционный, что это как, чтобы меня... за что меня закрывать-то? За то, что воевал? Я почти, год воевал, да? Я выносил 200-300. Я выносил, пацанов. Я, старшиной ходил. Я командиров нахрен посылал. Меня комдив наш, в наручниках закрывали меня. Я 68 дней в яме отсидел. Меня закрывали, в яму кидали, А он... еще, по мне ПМ разрядил, но не попал. Он всю обойму разрядил. Я в наручниках, ребра мне сломал, Как так возможно, не понимаю. Его ФСБшники крепили, но не могут закрыть, Сейчас ему генерала дали, Это что за бред-то происходит, я не понимаю. Это армия, И за что воевать? За то, что ты, за тюрьму, воевать, я не понимаю, и там у нас... Да хрена, он заставлял ребят копать могилу себе, чтобы он убивал своих же, Когда он идет, когда ты на боевой идешь, он идет, ни одного дрона ничего нету, никто не летает, он идет без оружия, без брони, и ничего не стреляет. Как только он уходит, все, начинается все стрельба, пальба, дроны, Я это скажу, И просто это ни до кого не доходит. Его ФСБшники крепили. Но он, сука, спрятался, гандон. И, когда гуманитарка приходит, он забирал. У меня со мной парень был, мужичок, он ветеран боевых действий, еще из Чечни, первую, вторую. Ему прислали, машину, 3 мотоцикла, Ну что, комдив забрал, Это 20-я ебучая армия, 144-я дивизия. Я не боюсь, завалят, и хрен с ним. Не один раз умирал, уже, пытались убить. Поломали, не убили, Я заводил, выводил людей, У меня ни одного 200, ни одного 300 нет, Вот такие дела,